Блин, у нас там что-то горит. Полиция, пожарная. Уже хорошо положили плитку. Муж уснул. И этот. Я его разбудила, он побежал смотреть. Потому что надо знать, выходить нам из дома или что нам делать, где горит, непонятно. Видите, здесь водичка. Видите, здесь водичка есть. Они подъехали, заправляются. Сейчас воду наберут здесь. Короче, муж спустился, говорит, что мусорки ну, горели мусорки. Перекрестка, магазин Перекресток, магазин Детский мир. В общем, мусорки якобы. Вот там. Так, Захар, какую букву проходили? Ну, назову. Буква М. Хорошо. Захарка и так, по-моему, логопеда твой это проходит. Так, детский мир. Значит, его вот это. Так, взял. Ты точно бия будешь такой, это вода с соком? Ты сейчас это есть будешь? Нет. Ну, ты открываешь. Пенал для карандашей взяли. На стол Захара. Попробовать. Чё ты, Антон, смотришь? А, слушаешь? Кефиры вот такие. Нет, 10 штук. Это он выпросил в Перекрестке. Так, были по акции сандали, взяли сандали, потому что все равно придется потом брать. Вот такие. Они ему большеваты, но на вырост, в общем. Вот Антон сандали. Пойдем попробуем. Захар, тут творческий беспорядок. Рабочие. Вкусные? Таких, наверное, несколько штук надо. Ну, видите, собачка тут. Щенячьего патруля. Наверное, еще надо будет взять. Этого мало. Ой, девочка боится в Ясами Захарку. Сегодня вообще не занималась, представляешь? Ну, все. Да, конечно. Начнет орать, когда там они бесятся, толкаются. Спустя много-много дней жары у нас наконец-то пошел дождь, ливень. Муж пишет, что у них град на работе. Наверное, может, и к нам. Ой, ветер. Вот так вот. Ну, похоже, что град и есть, да. Так, Захар, домой, а то молния опасна. Домой. Захар себе отвертку в нос сувал, у него кровь пошла с ноздри. Вообще, эти малыши как учудят что-нибудь. Ой, ой, как классно! Вы представляете, как долго мы этого ждали? Вот здесь надо ложиться.
раскладушку ложить и все. Но у нас сегодня занятие в ЯСАМ. Сейчас я посмотрю, во сколько. 18:00, а сейчас уже 3:30. Ну, получается, что я не знаю, пойдем мы или нет. Будем посмотреть, что будет в 6 вечера. Игру не играю, включила. Ну, сейчас дождь пошел, наверное, может, поиграю чуть-чуть. Вообще, Захара спать ложила, говорю, ложись спать. Ой, ураган, ливень, вам не передает так. Просто. Просто льет, как из ведра. Но мы ждали, ждали, потому что у нас за 50, ну, вне Ставрополя, у нас же вокруг степь. Ставропольский край, одна часть как бы вообще такая степная, ближе к Астрахани, которая к Элисте, к Дагестану. И получается, что вот там прям 50 градусов, вот так. У нас вот тоже 42, 43, 45 в Ставрополе. И мы долго ждали. Ну, конечно, не такого. У нас, понимаете, пиздец. У нас либо вот так, либо вот так. То есть у нас золотой середина бывает, нет? Пойдем домой. Все, мы с Захаром пришли с рисования. Захара я помыла. Так, вот что. Лепили они сегодня. Это птичка, называется тукан. Такая вот поделочка. Так, я купила средства для промывания труб, но я их спрятала. Вот там стоят две вида. Одна из них синергетик, не знаю. А другая подороже. К чаю взяла. Как-то нас угостила племянница мужа. Она была маковая. Этот штрудель был маковый. Обалденный. Так вкусно. Вот вишню ваниль взяла. Попробовать. Очень понравилось мне. Вкусно было. Так. Зубная паста вот такая. Ультракомплекс, пусть лежит запасная, это сплат. Дальше водичку взяла попробовать, серноводская какая-то в стекле, будем пробовать. И следующая вот такая, акуапана, тоже в стекле. Я пробую, потому что, вы знаете, Брюс, уйди отсюда, а? Не раздражай меня, потому что у меня больное пищеварение. Поэтому и приходится. Если она совсем невкусная, не могу пить. Это ужасно кислое. Это Брюса корма. Там в конце вискас. Так, и здесь колбаска и бекон. Нет, не бекон, а грудинка. Грудка вот такая. Великолукский комбинат. И кремлевский с грудинкой. С грудинкой тоже вот такая колбаска. Захар такую не будет есть, это не знаю. Все. Буду варить Захару еду. А что я назад положила? Такую пила, такая, ну так себе пойдет. Мне не помогает ничего. Просто отрыжка вообще никак не хочет выйти. Надо залить, потому что вода плохо прям. Это жутко раздражает. Так. Поехали. У нас дождик, да, прошел. Я до этого снимала. Мы сходили. Я думала, честно, не пойдем, если думала, будет ливень. Все равно духота. Хоть и 25 градусов показывает. Но душно, жарко.